написали нам, что можно не тратить деньги много, на много продуктов, а можно просто на кассе купить тикеров токеров. Если честно, я не особо в это верю. И вспомнить, Лена еще никогда не продавала эти игрушки на кассе. Но я решу, что вы меня обманывать не будете, и я пойду сегодня в свою Ленту. У меня есть 500 рублей. Я сегодня куплю 10 тикеров-токеров. Еще плюс одну. Да, для меня, потому что я тоже хочу. 5 Ростику, 5 Русику и одну маме. Ну что, побежали? Да! Ребята, я сейчас возле кассы, и я буду первый раз сам покупать. Я так волнуюсь и не знаю, что говорить и что делать. Так, просто скажу, что мне нужно, и все. Ладно, я пошел. 8, 12 штук. Это очень много, да? Сможешь объяснить, что тебе нужно? 12 тикеров-токеров. 12 тикеров-токеров. Да, да. Дайте, пробивайте, пробивайте. Дайте, пожалуйста, 12 тикеров-токеров. Да, только это надо говорить вот здесь. Это громко. Дайте, пожалуйста, 12 тикеров-токеров. Смотрите, сколько! Руслан, а ты их пересчитал? Нет. А, ты что, вдруг тебе меньше дали? А ну-ка, давай пересчитаем быстренько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один. Ух, 12. Ну что, пошли открывать? Да. Интересно, на этот раз нам так же повезет или все-таки будут повторки? А это мы сейчас и узнаем. Если даже будут повторки, я готов подарить вам. Рип, подписывайся на канал и ставь лайк. И следи за моими роликами. Скоро может быть конкурс. Ребята, мы приехали домой. Смотрите, кто нам с прошлой распаковки попался. Ни одной повторки. И сегодня я надеюсь, что у меня также не будет повторок. Костик, ты готов? Я тоже. Ребята, а вы готовы? Если готовы, тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Так, смотрю, лайк появляется. Кто-то подписывается. Значит, все готовы! Давайте. Костик, ты первый. Давай. Давай. Это первый. Давай. Кто открывает? Открывай, открывай. Повторка или не повторка? Нет, повторка. Повторка? Нет. Вау, а кто это? Какой-то белка. А, это же бешеная белочка. Где она? Вот она. Так. Скрет 2. Давайте ставим. Нет. Повторка, нет. Какой-то арбузович. Какой-то кто? Я не знаю. А, это ребенок. Рэш. Это ребенок. Где он? Вот он. Рошан. Рошан. Мама, Рошан. Ростик уже открыл. А, Ростик, мы с тобой не можем успевать. Смотрите, Ростику опять попалась повторка. Это белочка с ореском. Нет, это не повторка. Это не повторка, у нас такой еще нет. Так, скрет с орешком, да. И получается вот этот вот ребенок, это помните? Это же ребенок, которого Ой, тогда скажи. Они спасли и отправили своим родителям, его родителям. Так, так его сюда. 2. И сюда, ребята, мне прям нравится. Руслан, твоя очередь. Да, ну, Ростик, 2 открыла, я одного только. Повторка. О, теперь повторочка. Походу мы порадуем своих подписчиков. Первая повторочка. Ростик, ух ты, новый Ростик. Ростик, Ростик, это же этот, как же его зовут? Мэнни. Мэнни, вот, точно, Мэнни. 11-й. Так, ух ты, прыгает, что ж там прыгает? Повторочка? Да. Походу мы сильно радовались, и у нас вторая повторочка. Вы же смотрите, Костик, не забудьте, Костик, что у моих нет. 2, вот они, 1 и 2, вот это мои. Крастюша. Ух ты, ух ты, ух ты, что-то яркое. Что? Так, я теперь поняла, что чаще всего попадается. Вот эти вот штучки. Ой, все, да? Расти, Руслашка, давай. Это... Ну, угадайте, это белочка. Белочка. Так, уже белочка нас не радует. Да, смотрите, у нас уже 3 белочки. И получается, вот от Ростика 3-я штука. Ростик, Ростик, Ростик. Что-то новое, ребята. Вискас! Вискас, ура! Я не знаю, редко
редкость это или не редкость, скажите, пожалуйста. Конечно, в комментариях вы нам не напишите, потому что, наверное, YouTube отключит комментарии. А, куда делась эта штука? Но хотя бы в Instagram, кто знает, ребята, это что такое, редкость это или не редкость? Ну и, конечно, если будет повторка, мы обязательно разыграем. Кто-то новый. Почему новый? Орешек. Орешек? Ой, орешек. Орешек, это что такое вообще? Орех. Просто орех. И действительно, просто орех. Этот столик уже полностью заполнен. Мамин настал. Да. Ху-ху-ху. Два. О, кстати, смотрите, у меня пакетики под цвет моего маникюра. Так, ну что, ты поддержишь камеру? Да, поддержу. Так, о нет. Ну, ребят, это четвертая белочка. Как такое вообще возможно? Кажется, мы их без конкурса просто так раздавать будем, потому что зачем их много? Так, и последняя. Так, а ну-ка на свет попробуем посмотреть. А эти пакетики, кстати, такие плотные, они, кажется, даже не просвечиваются. Ладно. Так. Ой, все. Нет. Орешек. Вот что нам сегодня попалось. Наша распаковочка закончилась. Нравится распаковочка? Обязательно ставь лайк. И мы будем еще больше роликов снимать про тикеров-токеров. Больше лайков. И подписывайся. Ищи нас в Инстаграм.